девчонку. Ее на вертолете увезли на алмазный рудник в Сибири. У нас будет один шанс вытащить президента, прежде чем он сдаст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару. Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Смотри, старик, не подкачай. Я знаю, вы, янки, любите блистать, так что пока вы героически спасаете заложников, мы с Юрием придержим соседей. Ладно, парни, не стрелять. Мертвый заложник нам ни к чему. Какой расклад, босс? Кругом враги. Кто бы сомневался. А вам напоминаю, вы находитесь на канале Asmodee Play, и мы играем в Call of Duty 3 в кроличью нору. Подразделение Дельта. Вау. Давай, готов. Давайте. Сейчас тра-та-та-та-та-та-та-та. Тут весь лифт исписан. Продаю кисьво в какой-то в левой ванне. На. А может, и не надо было стрелять мне. Патроны бы сэкономил. Давай. Будем подниматься с самого дна. Вот так лучше. Так. Так, а без него-то я хорошо видно? Ну, тоже неплохо. Давайте, 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 наступайте, ребята. Ну все же он на меня надеется. Так. Вау, 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 десант. А мы их так. До розеток. Что ж, давай наверх. Ага, хрен, там наверх. На! Нормально же, да? Пока идем. Грех жаловаться. Ай! Ай-яй-яй! Давай, 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 подожди, подожди, жду. Давайте, давайте, ребятки. Мужики! Со спины! Так, пополняем. Пополнили? На! Что, я должен, да, что-то сделать? Без меня никак. Пойдем. Вау, болгарка! Я тебя боюсь, мужик. Спокойно, подожди. Опаньки. Да, опаньки. Да, потушеньки. Куда нам? Ага, я думал, нам ворота.
Давайте, давайте, давайте. Не надо все на меня. Вот так бы был бы портал, так бы, вау. Я бы перескочил бы. И вас бы перевез. Давай, не стрелять. Стреляй, давай, на поражение. Лорд, это Сэндман, мы на дне шахты. Нам понадобится поддержка с воздуха. Вот как? Как нам понадобится поддержка с воздуха, если мы на глубине в шахте? Ой, а мы были, нет здесь? А, нет, это горнодобывающая. Что-то не понял. А, можно тогда? Давайте. Ой-ой-ой, нам сюда. Итак, пока покоцаны. Вот как мне за тобой еще гоняться? Я за тобой, ты от меня. У нас так ничего не получится. Дурачок. Вот так. Блин, мне туда не пролезть, ладно. А ты-то что здесь застрял? А? Пошли давай. Лагерь 6, подходим к стройке, не стрелять. Вас понял, 01. Переходим к следующему участку. Так. Нормально, да, я для вас расчистил? За раз, так сказать. У нас был беспилотник? Ни хрена себе, ну спасибо вам. Блин, а я тут пробиваюсь так. Ой-ой-ой. Что-то случилось? Я что-то не знаю. Ой-ой-ой. Но я хотел просто в него стрельнуть, вот поэтому так получилось. На. О, здесь у вас довольно-таки жарко. Оверлорд, мы внутри, приближаемся к цели. Перезарядим. Пошли. Стой. Ага. Замечательно. Команду для эвакуации. Продолжайте поиски президента. Давай. Пытается что-то сказать. Она говори. Говорит, что ее отца отвели еще глубже. А, так батя-то здесь. Идем, 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 идем. Лорд,
Ага, с РПГ еще не хватало, чтобы здесь стрелял. Да отойди ты. Поехали. Гранаты пока ваши там. О, так я вижу их. Я их вижу, но я все равно не успею. Так, где ты там? Меня выцеливаешь? Давай. Это усиленная сталь. Тут нам не пройти. Блестящие мысли будут. Пойдем сверху тогда. Где нам? Вот тут хватит места. Давай. Единственное, что вот я... Как вот этот бетон еще на голову президенту упадет, и тогда смысл его спасать вообще пропадет. Вы убили президента. Да и хрен на него. Я первоначально-то не очень-то хотел его спасти. Если уж на то пошло. А почему я не приготовился, а уже взрывает? Вы убили президента. Чего он такой мертвый-то, блин? Я даже не знаю. Не спешим. Но все равно он уже умирал несколько. Может, надо другую винтовку взять. Может, с ней полегче будет. Я не понял, а вы никого не стреляли, да? Один я только? Нафиг. Так, а что у нас? Спасти вместе с президентом. Пошли. Хрен вас там вниз. Блять. Ну как так-то? Тогда вот так пойдем. Тихо-тихо. Президент был убит. Значит, мне по-любому за этот пулемет надо. Значит, нам не надо никуда идти. Готовность 30 секунд. Значит, надо отстреливаться, просто стоять. Ну, давайте. Не знаю, есть ли там народ, нету там народу.
Блин, чего вас так много? Вы самоубийцы, что ли? Ага. Значит, мы и так бы не прорвались, да? Подождите, сажайте меня на борт. Я тут ключевая фигура-то. Президент у нас. Держитесь, я за вами. Молодец. Уходи, вытаскивай президента. Даже не думай приехать. Мы тебя не бросим. Молодец, не бросай меня. Давайте, вы меня спасете, и на этом закончим нашу серию. Давайте, блин, так жалко, что если кто-то умрет за меня здесь, потому что я-то уж ладно раненый, а эти-то парни еще живые, целые и невредимые. На. Вот так вот. На. Все. Давай меня держи. Я и тебя, и дочку твою спас. Остальных ребят бросили. Это бред. Погибли. Конечно. Ничего страшного. Все бы могли спастись. Чтобы поприветствовать президента. Ага. Да, ультранациональный Владимир Макаров все еще на свободе. Ну да. Ну что ж, на этом все. Сад, где господин президент и российский премьер-министр Варшевский проводят пресс-конференцию, заявляя... А ну-ка, давайте посмотрим. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо бить врага. Дерзай, и мир прогнется. Отныне мы будем стремиться к миру с той же целеустремленностью. Так быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться по воле одного человека. Макаров. Кто это? Заключенный 627. Я иду за тобой, Макаров. Разве вы не слышали, Прайс? Говорят, что война окончена. Моя война окончится с тобой. Как она кончилась для капитана Мактавиша? Скажите, Прайс, он быстро умер. Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас — это только вопрос времени. Долго искать не придется. Да, что-то поди заключительное будет. Может, мы продолжим тогда? Раз я так предполагаю. Что-то заключение. Прах к праху. Капитан Прайс, оперативная группа 141. Вау! Джиггернаут! Они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров в вестибюле на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не уйдет. Приготовься. Ну давай. Перезарядим. Блин.
Давай. Граната вроде не страшна мне. Там надо сильно что-то, чтобы меня... Да. Где? Все, нет? Так. Машины взорвутся. Справа, слева. Это такая миссия, блин. Подожди. Ты как? Блин, вот видят, что не могут. Знают, что не могут. И лезут, но это же самоубийство. Нету вам пути наверх. Только вниз. За деревянным столом, да, спрятался? Давай, пока перезарядим. Еще разок. Давай. Я вообще-то лифт жду. Прекрасный выстрел. Блин. Шлем повредил мне. Че, сбрасываешь броню? Наша броня разорвана в плоча. Ну, я бы так не сказал. Я бы в своей бы еще ходил бы, доходил. Николай, нам нужен другой лифт. Принято, в пути. Ой-ой-ой. На. Ну давай, давай. Я смог. Вертолет только что сел. Макаров на пути к нему. И уйдет. Осторожнее, они строят баррикады. Замечательно. Осколочная. Осторожно, Юрий. От твоей брони остались отпетки. Давай потихонечку. Потихонечку. Перезарядимся. Патронов тьма. На вас всех хватит. Где ты? Давай. Вау! Блин, ты меня хреново как-то прикрываешь. Вперед, не останавливайся!
На! На! Тихо. Тихо. А так и должно быть. Да? Спокойно, спокойно. Давай. Ага, покуда мы там стреляем. Вот он. На. Внимание, вертолет. На. Ракеты. Бум. Ага, все по плану. Уничтожение происходит. Давай, 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 давай. Держись за что-нибудь. Опа. Схватился, молодец. Блин, оружия нету. Давай, нож. У нас всегда есть нож. У нас же кроме ножа больше ни хрена нету. А, вот он. А вот и нож. Нож. Дашь нож? Хрен, там ты его дашь. Опаньки. Да бегу, бегу. Хоп! Успел! Давай, 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 на! Пошел отсюда! Только не надо говорить, что все умеют вертолетом управлять. Ни хрена я не умею. Макаров скрылся. Ага. Ладно, подожди. Сейчас. Повторим этот прыжок. И вот сюда бахнется, крыша стеклянная. Специально для этого и придумано. Давай. На. Пошел отсюда. Ты тоже размечтался. Падаем. В стеклянную крышу давай. Блин, как это вообще нож в пузе оказался? Это, блин, я не знаю. Это какой-то, блин, это абсурд какой-то. Так. Ну. Я на стекле, как и обещал. И он на стекле. А, точно. Я же его повесить должен. Ну, я так думаю. Нет, нет, пистолет это слишком банально и просто, я не знаю, вышкален, это уж точно. Поэтому никакого пистолета. Прощайте, капитан. Прощай. Что надо сделать? Ты Соуса убил? И на, вот он, говорю же, повесить должен был. Да, немножко осталось, карабин-то защелкни. Че, я не успел нажать? Блин, так, ладно, сейчас нажму. Тебя не убить еще падло-то так просто. Еще надо в циферки поиграть, в буковки. Хорошо, ладно. Душим. Душим, душим, душим. Давай.
На. И я с тобой, да? Как красиво. Эх, нож не оправдал нынче свои надежды. Обошлось без ножа. Хотя нож был в пузе. Чтобы дело до ножа дошло, надо, чтобы патроны кончились, столы, палки, камни и все прочее, чем можно кинуть, швырнуть. Может, это вообще самое-самое-самое последнее дело. После лопаток саперских. Поэтому... Ну что ж, Макаров. Че, я курить буду или подожгу его? Так, ну я как понимаю, я сейчас прайс. Тот, который мстил. Тот, которого освободили. Во Вторую мировую. Как я вообще дожил и не постарел? Вот тоже вот вопрос вопросов. Висит, болтается. Махэ называется. Что ж. Вот еще одна часть Call of Duty была пройдена. Скоро у нас все будем. Мы их вместе соберем. Соберем. Это что за покемон? Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Вот. По поводу прошлых серий можете тоже оставить ваши комментарии. Ну и, конечно, увидимся уже только в новой игре. Пока!